Здравствуйте, это «Город новостей», в студии Елена Гречищева. Вам события жизни города на материалах наших корреспондентов. Сегодня в выпуске. Лужи в городе. Кто несет ответственность за Кунгурскую Венецию и куда звонить, если вас топит? Замахнулись на Россию. Кунгурская команда отправилась представлять весь регион на Всероссийском клубе молодых семей. Серьезное произведение. Кунгурские актеры поставили новый спектакль. Мы в числе первых, кто попал в закулисье. Нашествие воды. Обычно приход весны ассоциируется с хорошим настроением, но кунгурики, выходя на улицу, видят перед собой непроходимые препятствия и настоящие водные пробки. Огромные лужи, которые образовались от таяния снега и вновь выпавших осадков, заполонили городские тротуары. Татьяна Андреева выясняла, каково ходить местным жителям по затопленным дорогам. Лужи в городе. Только выходишь из дома, поворачиваешь в сторону тротуара, и перед тобой целый океан, говорит Валентина Бахтина. Каждую весну рядом с домом она видит одинаковую картину. Как только наступает весна, тротуары уходят под воду. Надо тротуар новый сделать, поднять его, потому что отовсюду к нам сюда дом у нас низко стоит. Все воды к нам бегут. Все воды. А там яма на яме, яме на яме. Я говорю, хожу кое-как хожу. Зимой не чистят никогда ничего. От дверей маленько почистят, и все. Мы никому не нужны. Улица Ленина – главная в Кунгуре. И не только в географическом плане. Она главная и по количеству непроходимых луж. Пешеходы ругаются, но как-то выходят из ситуации. Чаще с промокшими ногами. Некоторые и вовсе решаются на рискованный поступок, выходят на проезжую часть. Долго ли еще кунгурикам терпеть эти водяные пробки? Коммунальщики говорят, что здесь проблема будет решаться. Данная проблема сложилась из-за того, что резко очень начало таять, и почва очень глубоко промерзла. Данный тротуар, вот именно данный тротуар, он находится на содержании подрядной организации. И мы будем принимать меры по ликвидации данной лужи. Как нам пояснили в управлении городского хозяйства, у каждой лужи есть свой ответственный. Например, здесь, во дворе дома, это управдом. Данная лужа, она относится к зоне ответственности управляющей компании, так как находится на внутридомовой территории. И надо обращаться в управляющую компанию для откачки этой лужи, если она попадает в дом. Улица Каширина. Здесь лужа тоже огромных размеров. Осенью прошлого года там проложили новую дорогу, но и она не может спасти местных жителей от весеннего потопа. Хожу, как придется. Потому что здесь затоплено. Все равно неудобно ходить. Хотя и сделали дорогу новую, все равно. Плохо сделали. На днях на перекрестке улиц Свободы и Ситникова вода едва не начала поступать в близстоящий дом. В кратчайшие сроки аварию устранили. У данного дома было сильное затопление, вода заходила в дом. Но буквально вчера мы пробили эту трубу, которая находится под дорогой. Так сказать, прогрели ее, и вода пошла. И опасная ситуация была ликвидирована. В течение всей этой недели коммунальщики намерены объявить всем городским лужам войну. По словам Игоря Лепихина, праздновать победу можно будет в середине апреля. Тогда тротуары и откроются кунгурикам. Татьяна Андреева, Александр Липин, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур». Узнать ответы на все интересующие вопросы по индексации пенсии кунгурики смогли из первых уст. Отделение Пенсионного фонда по Пермскому краю впервые решило провести видео-пресс-конференцию. В ходе прямого общения у присутствующих на встрече представителей средств массовой информации была возможность задать свой вопрос управляющему отделению Пенсионного фонда России по Пермскому краю Станиславу Аврончуку. Один из них касался роста пенсии. Так вот, хочу сказать, что с 1 апреля у нас на территории Пермского края, как и на территории всей Российской Федерации, прошли индексации трудовых и социальных пенсий. По данным местного отделения Пенсионного фонда, в среднем пенсия кунгуриков составляет 8 495 рублей. А с 1 апреля они стали больше на 303 рубля. Пенсии по старости увеличились на 314, а по инвалидности на 200 рублей. Пенсия по потере кормильца на 181 рубль. Увеличение также коснулось и социальных пенсий. Тем же самым постановлением правительства от той же самой даты, от 27 марта этого года, номер 237, были на 14,1% увеличены социальные пенсии. Как я сказал, их у нас таких получателей примерно 10%, и вот все социальные пенсии были увеличены с 1 апреля.
Также увеличились пенсии для инвалидов, участников Великой Отечественной войны, для семей погибших и граждан, которые пострадали в результате различных радиационных катастроф. Дело в свидетелях. 18 февраля около 5 часов утра вблизи перекрестка улицы Сетниковой и автодороги, ведущей в поселок Первомайский, произошло столкновение автомашин. В результате ДТП погибла женщина, пассажирка одного из авто. Водитель ВАЗовской девятки попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Напомним, это было субботнее утро. Хозяин автомобиля ВАЗ Владимир Сидоров с пассажиркой ехал со стороны Баракаспи. Автомобиль Audi двигался во встречном направлении. А на мосту иномарка и вовсе выехала на полосу встречного движения. Произошло лобовое столкновение. Пассажирка девятки скончалась на месте. Сейчас Владимир Сидоров чувствует себя хорошо, а вот до конца выяснить степень виновности каждого из участников дорожно-транспортного происшествия еще не удалось. Поэтому стражи дорожного порядка обращаются к возможным свидетелям аварии. Всех свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просьба обратиться в ГИБДД по телефону 281-39. Это не единственное ДТП по итогам минувшего квартала, где погибли люди. По каждому из них стражи дорожного порядка тоже ищут очевидцев. 15 февраля утром около половины десятого на 83-м километре автодороги Пермь-Екатеринбург столкнулись автомобили ВАЗ 14-й модели и «шестерка». В результате ДТП водитель классики погиб. 9 марта в 12:30 на улице Школьной в поселке Комсомольский водитель ВАЗовской девятки допустил наезд на пешехода. А 27 марта около половины пятого вечера на улице Каширина водитель, личность которого не установлена, допустил наезд на пешехода 1990 года рождения. Если кому-то что-то известно, звоните по телефону, указанному на экране. Связующее звено. Поспорить с тем, что Пермский железнодорожный вокзал – это своего рода ворота в Пермский край, сложно. По ним проезжие в первую очередь судят и о самом городе, и о крае в целом. О том, как в ближайшее время изменится вокзал, в еженедельном проекте «Новая Пермь». О том, что поезд прибыл в Пермь, внимательный пассажир может догадаться по одним только звукам. Каким бы удобным ни был современный вагон, лязг опускаемой подножки все равно слышен. Его ни с чем не перепутать. Иначе в Перми нельзя, устаревшие перроны очень низко. По наличию которого можно судить по качеству станции, на которой стоит поезд. Если подножка закрыта, значит пассажиру удобно. Он выходит прямо на перрон. В данном случае подножка должна быть открыта. И здесь пассажиру придется еще проявить все акробатические и атлетические умения, дабы с чемоданом или с детьми выбраться на перрон. Кстати, здесь еще и скользко. Конечно, сама посадка в вагоны, когда низкие платформы, люди с детьми, с чемоданами, это большие неудобства, то есть каблуки у женщин, все это застревает, все это. Поэтому, если бы были высокие платформы, навесы, было бы, конечно, удобнее и проводникам, и пассажирам. Ответ на вопрос, что сегодня неудобно на Перми второй, простой и короткий. Все. Остановки общественного транспорта очень далеко. Привокзальная площадь, несмотря на размеры, обустроена так, что в людные дни здесь не протолкнуться. В здании вокзала пассажиры заглядывают лишь по необходимости, а в тоннели вообще стараются не соваться, предпочитают передвигаться по рельсам. Электропоезд Пермь-Углеуральская Кизел отправляется с третьего пути горнозаводского направления. Предположим, что я пассажир, для которого такие понятия, как комфорт, безопасность, но и некая эстетика имеют серьезное отношение. Здесь, в туннеле на Перми второй, ни одного, ни другого, ни третьего вряд ли найдете. Ну а внутри тоннеля все интерьеры жёсткие на лампах напоминают настоящий шутер от первого лица. Кажется, что из-за поворота вот-вот выскочит монстр. Вокзал сегодня. Ежесуточная посещаемость от 2 до 4 тысяч человек. Пригородный пассажиропоток более 7 миллионов человек в год. Единовременная вместимость всех помещений вокзала 1200 человек.
Сегодняшний вокзал Пермь-2 в полном смысле работа времени. Главной станцией города он стал в 1909 году. Поездов тогда было немного, пассажиров тоже. Поэтому три направления – западное, восточное и нагорные заводы – спокойно уживались на казавшемся большим загородном пространстве. Город рос, увеличивалась нагрузка. К вокзалу попросту пристраивали то, что требовалось. Так появилось сегодняшнее длинное и несуразное здание, а сам вокзал оказался чуть ли не в центре Перми. Предположим, что я любопытный пассажир, который путешествует, что называется, куда глаза глядят. И в последние годы Пермь из окна купе выглядит очень даже ничего. Новые старые здания, какие-то большие развязки, интересные конструкции. Но само здание вокзала напрочь отбивает желание знакомиться с городом подробно. Абстрактное желание что-то сделать с вокзалом наконец-то вылилось в конкретные действия. В 2009 году пермяки заказали концепцию реконструкции Перми-2 немецкому концерну Deutsche Bahn. Компания Deutsche Bahn International – дочернее подразделение концерна «Германские железные дороги». Основное направление деятельности – создание и управление объектами железнодорожной инфраструктуры. Наша концепция соответствует генеральному городскому плану. Этот вокзал просто, не просто отдельное сооружение. Мы говорим о многозначительной инфраструктуре будущего. И, как говорится, почувствуете разницу. Сейчас на мониторе два вокзала. Это нам давно известный старый вокзал Пермь-2, а это новый проект. Ну, как говорится, не стоит объяснять, что этот гораздо более симпатичен. И, кстати, этот вокзал напрямую связан с гербом Перми и Пермского края. Верхняя крышка, которая будет накрывать и само здание, и перрон, напоминает лапу медведя, как будто бы медведь наступил в снежок. Во-первых, изменится пространство привокзальной площади. Остановки общественного транспорта будут располагаться гораздо ближе. Предполагается, что все перроны поднимут вровень с полами вагонов. И располагаться они будут под крышей. Сам вокзал будет занимать несколько этажей. На нулевом разместятся пассажиры пригородных поездов и городских электричек. Первый этаж отдадут тем, кому ехать далеко. На втором расположится офисное помещение, магазины и кафе. Рядом с вокзалом собираются построить парковку на 400 машин. Точки над «и» во время рабочего совещания прямо на вокзале расставляет губернатор Прикамья Олег Черкунов. Я нисколько не сомневаюсь в том, что этот вокзал технологически будет правильным. Мне бы хотелось, чтобы он и эстетически был лучшим. Ведь мы же строим с вами на десятилетия, если не на столетия вперед. Мы должны сегодня думать о том, а через 50 лет наши дети и внуки посмотрят на этот вокзал, что они о нас скажут. Этапы реконструкции. 2012 год. Разработка проекта. 2013 год. Экспертиза проекта. Строительство подземного тоннеля. 2014 год. Реконструкция путевого хозяйства. Начало строительства нового здания вокзала. 2015 год. Ввод объекта в эксплуатацию. Если верить статистике, Пермь-2 имеет отношение сразу к нескольким рекордам. Во-первых, станция расположена на Транссибе, самой длинной железной дороге в мире. Во-вторых, через наш город проходит самый длинный на планете этим маршрут из Москвы в Пхеньян. Если у нас все получится, то отметка 1440 километр от Москвы еще станет самой комфортабельной, по крайней мере, в России. Вы смотрите «Город новостей». Мелочь, а не меняющаяся. Бывает так, что после выхода в эфир некоторые мелочи в нашем городе быстро и эффективно устраняются. И это не может не радовать. Но вот одна сущая мелочь не сдвигается с места вот уже 4 месяца. Ведущий рубрики Марат Борисов сегодня решил вновь к ней вернуться. Вдруг дело сдвинется с мертвой точки. Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Дорогие друзья, сейчас мы с вами находимся на улице Крупской. Как порядочный пешеход, я решил идти по тротуару, а не по проезжей части. И вот в чем дело. Надеясь на то, что снег в этом месте твердый, я оказался в луже. Тротуары как-то огородить надо, чтобы и школьникам было удобнее ходить, и как-то вот и почистить их. Но никто не чистит, никому это не надо. Как видите, в этой ситуации люди вынуждены идти по дороге и делить проезжую часть с транспортом. А все потому, что мелочь эта не расчищена. Раз уж мы оказались на тротуаре по улице Крупской, то в очередной раз покажем вам вот это место. Напомню, под этим листом железа и доской скрывается колодец.
Очень опасно. Я даже малышу этот пример привожу, чтобы смотрел постоянно, чтобы на люки не вставал. Он даже маму-папу предупреждает. С момента нашего первого сюда визита прошло уже около 4 месяцев. И мелочь эта по-прежнему опасная. Раньше на этом перекрестке по улице Труда стоял дорожный знак «Уступи дорогу». Находился он как раз вот в этом месте. И вот в чем дело. Здесь его нет уже больше года. Причем все прекрасно понимают, что знак этот необходим, особенно для водителя начинающего. Но мелочь эта по какой-то непонятной причине так здесь и не появляется. В ответе за весь Пермский край. Сегодня в Ижевске стартовал Всероссийский фестиваль клубов молодых семей. Кунгур представит клуб «Бухта семья», организованный на базе дошкольного образовательного учреждения номер 30. Накануне члены клуба делали последние приготовления к самому масштабному конкурсу за 3 года их существования. Участие во Всероссийском фестивале клубов молодых семей предполагает разные формы презентации деятельности клуба. В первую очередь это творческие работы родителей и детей. Здесь и миниатюрное здание храмов Кунгура, и рукодельная ледяная пещера. Как говорят авторы готовых экспонатов, это именно то, что выгодно отличает Кунгур от любой другой территории. Они сделаны вручную совместными усилиями детей, родителей и педагогов. Дальше десятки участников фестиваля нужно будет выступить на сцене. Тема – наши семейные ценности. Сценарий полностью ваш, все ваши задумки тоже все ваше, да, вот это очень важно, потому что, знаем, территории привлекают, да, со стороны кого-то для организации выступления, для написания сценариев и так далее. Здесь все сделано руками родителей и этого клуба. Замысел, идеи все свои. И именно это залог успешного участия в любом конкурсе. А в этом тем более говорят в клубе. Поэтому для третьей номинации фотовыставка тоже необычное решение. Не просто фото, а в деревянном, почти лубочном переплете. Еще раз напоминающим об особом колорите Пермского края и его мастерах на все руки. Представлять Пермский край в Ижевске будут 10 взрослых от клуба «Бухта семья» и 4 детей. Хотя такие поездки дают совсем нелегко, но эффект поразительный, уверяют организаторы. Привлекаем все больше и больше творческих людей, вот именно из состава наших родителей, из детского сада. И, конечно же, это все делается ради детей, и семьи у нас дружные становятся, творческие. Вот все их изюминки тут проявляются в этом клубе, и что гораздо, все эти свои творческие способности проявляют здесь, потому что без этого никак нельзя. Работы участников на Всероссийском фестивале будут оцениваться по 17 номинациям, и это немало. То есть важно продумать все детали презентации, чтобы одержать победу. С добрым утром, малыш! Сделать утро именно таким для детей, находящихся в социально-реабилитационном центре, решили учащиеся и педагоги Кунгурского лицея. О том, как детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, помогли лицеисты, расскажет Игорь Вертепрахов. Уже год работники центра для несовершеннолетних сетовали на то, что их забор серый и мрачный. Дети, просыпаясь и глядя из окон, видят только эти безликие виды. Они и призвали на помощь учащихся лицея. Ну вот мы подумали, решили, нашли средства благодаря руководителю лицея Ирине Игоревне Будановой. И сегодня, с сегодняшнего дня, забор перестанет быть серым и унылым. Он будет ярким, радостным и позитивным. Я, в свою очередь, хочу выразить слова благодарности всем и учащимся лицея, и руководителям лицея, что сейчас наши дети из окна действительно будут радоваться, улыбаться, скучая по своим родителям. Уличные художники планируют украсить забор 6 персонажами, а педагоги лицея отмечают, что наконец-то творчество граффитистов направлено в нужное русло. Уже к завтрашнему дню композиция будет готова. Художники говорят, что если будет возможность, то они разрисуют и остальные стены. Лишь бы ребята остались довольны и любовались их творчеством. На театральных подмостках премьера. Театр молодежи представляет новый спектакль кунгурскому зрителю. Как признаются сами актеры, подобную серьезную постановку играть сложно, но очень интересно. Наша съемочная группа первой заглянула за кулисы перед предстоящей премьерой. Руководитель театра Юрий Токарев перед началом репетиции еще раз дает напутствие своей труппе. В день премьеры все должно пройти идеально. Ты понимаешь, мне уборщик постоянно ставит медсестра. Я так привык, а врач жена, а мать... Давай, Витенька, давай! Не надо. Надо. Нет! Ну, вы еще долго!
Спектакль будет идти почти полтора часа. Называется он «Палата бизнес-класса». Комедия-фарс расскажет о пациентах одной палаты и их отношениях с близкими и друзьями, женами и любовницами. Спектакль обещает быть необыкновенным, говорят сами актеры. И, конечно же, со счастливым концом. Ну, я вас прощаю. Потому что вы... Не берегите прошлое, оно еще не зажило. Оно скребется кошками, покушкой настоящего, рецепт от сожаления. Юрий Федорович заставляет актеров оттачивать свое мастерство, чтобы не разочаровать зрителя. Ведь труппа очень долго выбирала пьесу для спектакля и рассчитывает произвести фурор на кунгурской театральной сцене. Долго мы с коллективом искали. То есть надо, мы всегда ищем пьесу, да и нас в институте учили так, которая отвечала бы сегодняшнему дню. Пускай там хоть, не знаю, там Древняя Греция будет. Но мы древнегреческое состояние переносим на сегодняшний день, вытаскиваем оттуда из глубины драматургии самое ценное для сегодняшнего дня, проблемные моменты и ставим. И вот мы такую работу нашли. Премьера спектакля состоится завтра, 5 апреля, в Театре молодежи. Начало 18 часов. И в завершении выпуска об акции, которой мы даем старт в апреле. «Кунгурские красавицы» – это ваш шанс прославиться, а кроме этого присвоить титул «Мисс Кунгур ТВ» и получить подарки. Весна на Кунгур ТВ. Только в апреле мы объявляем конкурс «Мисс Кунгур ТВ». Присылайте свои лучшие фото на адрес mrkkungur@mail.ru с 1 по 15 апреля и становитесь участницей конкурса. С 16 апреля фото всех участниц мы разместим на сайте и откроем зрительское голосование. До конца апреля определим победительницу конкурса. Дерзай и становись «Мисс Кунгур ТВ». Все подробности на нашем сайте. Далее у нас прогноз погоды и рубрика «Если завтра ремонт». Если у вас есть интересные новости, звоните нам на наш телефон 2-34-13. Также смотрите наши новости на нашем сайте www.trkkungur.ru. Всего доброго. До свидания.